Айвазовский против Серовой. Раунд остается, похоже, за Айвазовским. Самый известный русский маринист побил рекорд портретиста, на выставку работ которого выстраивались километровые очереди. Так вот, по заявлению министра Мединского, на Айвазовского уже продано 108 тысяч билетов. Ну, дверь в музей, как это было зимой, пока не выламывают, но ажиотаж все равно бешеный, утверждают сотрудники музея. Несмотря на то, что в Третьяковке к наплыву посетителей старательно подготовились и заранее, кстати, впервые в истории открыли онлайн-бронирование, огромных очередей избежать все равно не удалось. Потому посетители сейчас спускают, так сказать, порциями по 250 человек в полчаса. Как можно успеть в такие сжатые сроки полюбоваться 200 экспонатов, не совсем понятно. Но желающих меньше все равно не становится. У всех, конечно, есть шанс познакомиться хотя бы недолго с шедеврами знаменитого мариниста. Выставка открыта до 20 ноября.